Всем привет! Сегодня у нас по планам тест. Хочу попробовать связать бриллиантовый узел на плетеных лесках и проверить его на разрыв с помощью весов. Потом я возьму флюрокарбон 0,26. Также свяжу его бриллиантовым узлом и тоже попробую на разрыв. Посмотрим, какую нагрузку выдержит этот узел. Вот две лески, которые я сейчас буду связывать бриллиантовым узлом. Делается это не совсем обычным образом. Смотрите. На одной из лесок делаем петлю. Вот так вот. Вторую леску заводим за первую. Кончик продеваем. Вот так. Дальше эту леску вот сюда и вынимаем вот так вот. Получилась вот такая вот конструкция. Это еще, естественно, не все. Дальше. Одну из лесок заводим за другую. И в центр. Со второй делаем то же самое. Узел готов. Осталось его затянуть. Когда завязываете его на толстых веревках, получается красивый результат. На леске я не пробовал. Вот результат получается вот такой вот. Теперь его надо протестировать на разрыв с помощью весов. На конце я сделал петельку, чтобы можно было зацепить за весы. Берем весы и одеваем наш узелок. И пытаемся порвать. Ну вот там 8 килограмм, да, было. То есть узел в принципе неплохой. Можно попробовать завязать такой на леске. Давайте пробовать. Теперь попробуем сделать это с леской. Леска у меня 0,26. С леской, конечно, завязывать будет сложнее, потому что плохо видно. Я вам покажу сразу конечный результат узла и теста с весами. Вот бриллиантовый узел я завязал на леске. Здесь сделал уже петельку, чтобы можно было опять-таки зацепить за весы. Сейчас попробуем на разрыв, что разорвется, леска или узел. Ну, поехали. Так, результат. Ну вот результат. Порвалось на узле. Сейчас видео скачаю на компьютер, и тогда мы поймем, какую нагрузку выдержал наш бриллиантовый узел. Так, леска у меня была 11 либров, что равняется примерно 5 килограммам. Результат на весах вы видели сами. И вывод о том, насколько надежен бриллиантовый узел, можете сделать сами. Все, всем пока!